Благовещенец. Если мой папа громко шумит газетой, а мама стучит ложкой, значит, через 5 секунд начнется скандал. Раз, два, три, четыре, пять. Гоу! Ты можешь так громко не шуршать газетой? А ты сахар так громко не мешай! Тебе храпеть можно, а мне сахар мешать нельзя? Да что ты вредная такая? Так я с тобой уже столько лет, и ты каждую ночь храпишь! Да что ты вечно недовольна? Что мне сделать, чтобы ты меня пилить перестала? Пап, ты знаешь, мне кажется, маме просто холодно. Мне нужна шуба. Я жить в этом дурдоме не собираюсь, а потому возьму на себя решение конфликтов. Острые углы можно сгладить при помощи подарка. Мамины, папины и даже мои глаза заметно подобреют при виде мехового презента. Вот он, мамин антидепрессант. Серое, норковое, успокоительное. Все закономерно. Маме тепло и комфортно, тебе, папуля, спокойно. Мамуля забудет про конфликты, если будет щеголять в такой мышке-нарушке. Это модель такая, летучая мышь. А можем вообще ей рысь презентовать, тогда у нас мама станет как шелковая. Так, мы на выходных с мужиками едем на рыбалку. Нет. Тогда мы на выходных идем в спортбар. Наверное. Нет. Мы поедем на выходные по семейным делам. Ты меня ни во что не ставишь! Ты меня притесняешь! Вот что ты для меня делаешь? Ничего! Мам, ну порадуй папу. Нам такие сцены ни к чему. Мама, давай исправляйся. Грей папу шубой. Норковой, конечно. Модельку покороче для автомобильных прогулок. Подлиннее для пешего зимнего променада. Вот увидишь, он и сам забудет про рыбалки и спортбары. А когда все-таки пойдет в мужской компании время провести, то пусть накинет дубленочку. Похвастается, что ему жена подарила. Подозрительная тишина. Сейчас за меня возьмутся. Ты че, а у тебя мальчик-то есть? Ну, есть. Тогда мне нужно с тобой поговорить очень серьезно. Мама, я уже взрослая. Как тебе сказать? Очень взрослая. Какая ты взрослая? Вот институт закончишь, диплом покажешь, тогда и взрослая будешь. Пап, а может быть я тебе уже сразу трудовую книжку покажу? Мы что-то упустили. Все, поезд уехал. Дочь выросла окончательно и бесповоротно. Пока вы там отношения выясняли, я уже работать пошла. И вон на какие шубы заработала. В такой беленькой я буду авто управлять, на которое тоже заработаю. А вот в таких длинных шубках ваша дочь на свидание ходить будет. И ничего вы мне не скажете. Я-то уже взрослая. Это ты на что она такая выросла? Это ты с ней все сюсюкалась, бантики завязывала, все позволяла. Ты виновата? А ты вообще ребенком не занимался? Вот что из нее вырастет? Что получится? Так, стоп! Уже выросла, уже получилось. Дарья, дежурная по рубрике. Папочка, мамочка, и ты благовещенец. Давайте жить дружно.